Тема войны близка в нашей стране всем, и взрослым, и детям. С каждым годом все меньше становится непосредственных участников тех военных лет. Но забыть о Великой Отечественной войне нам не дадут книги и документальные, и художественные, рассказывающие о тех годах. И, конечно же, поэзия. Кто лучше Юлии Друниной рассказал о рукопашном бое всего в 4 строках? Я только раз видала рукопашный, раз наяву, и 1000 во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Я хочу прочесть вам отрывок из ее стихотворения «Неизвестный солдат». Пролетели дни, как полустанки, где он, черный 41-й год. Кони, атакующие танки, над Москвой горящий небосвод. А снега белы, как маскхалаты, а снега багровы, как бинты. Падают безвестные солдаты возле безымянной высоты. Вот уже и не дымится рана, и не видно облачка у рта. Только, может быть, она не безымянна, крошечная эта высота. Не она ли бессмертием зовется? Новые настали времена. Глубоки забвения колодцы, но не забывается война. Никуда от прошлого не деться, вновь война стучится в души к нам. Обжигает, обжигает сердце благодарность с болью пополам. Благодарю вас за внимание.